Совместные рейды судебных приставов, сотрудников полиции и городской администрации стартовали сегодня в Вологде с проверки управляющих компаний и ТСЖ. Направлены они на взыскание задолженностей с организаций, получивших и не оплативших штрафы городской административной комиссии за нарушение правил благоустройства. Штрафы получают те, кто вовремя не реагирует на замечания административной комиссии. Причем игнорирование санкций может привести к удваиванию суммы штрафа, либо аресту на 15 суток или обязательным работам. Сегодня мы посетили в основном управляющие компании и ТСЖ. Также мы посетили одну фирму. Они все у нас привлекаются по правилам благоустройства. Мы выяснили, во-первых, с одной фирмой, что они готовы оплатить и будут оплачивать. Другая фирма у нас, мы не нашли ее, собственно, по адресу. С управляющей компанией, конечно, сложнее, но выяснили с ними, назначили встречу, будем с ними уже конкретно решать вопрос. Сейчас общая задолженность по штрафам, касающихся различных видов административных правонарушений, составляет порядка 2 миллионов рублей. Причем большинство – это нарушение правил благоустройства. Копят долги не только управляющие компании, различные организации, но и физические лица. Подобные совместные рейды будут проходить еженедельно. Мария Кудрякова, Евгения Панасюк, Михаил Протасов, Вологда РФ.